Староскольская школьница победила в Олимпиаде школьников «Россия и Беларусь» – историческая и духовная общность. В Брест, где проходил заключительный этап, съехались около 200 учеников 10-11 классов из этих двух стран. Финалисты писали сочинения, выполняли комплексную работу по русскому языку и литературе, а также демонстрировали навыки выразительного чтения и риторики. Ученица средней школы номер 6 Старого Оскола Жанна Васильева стала победителем третьей степени в конкурсе риторического мастерства. Олимпиада по русскому языку и литературе проводится с 2004 года. Соревнования поочередно принимают разные города России и Беларуси. Организаторы – Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство образования Республики Беларусь.